Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в Car Mechanic Simulator. Ой, я не монтировал деталь, да? Я такой, монтаж. Верните капот на место. Да-да-да, вот этот. Ну, чисто для знакомства снял капот. Давайте посмотрим, что с этой машиной не так. Автомобиль едет с перебоями, но это они так странно понимают, видимо, что перебоев. В общем, она едет, дергается в стороны. Пока нам говорят, что делать, мы не будем особо пытаться что-нибудь свое туда продвинуть. Так, на подъемник. Ну, пойдем. Наверное, поднимать надо. Так. Еще раз. Зубчатые в рулевом. Правильно. Это основная, которая влево, вправо. Рулевая тяга. Рулевой наконечник левый, правый. Ну, понятно. Давай вверх. Режим, разборки обзора. Ну, вон они красненько светятся. Окей. Да, тиш. Нечисть. Так, подвеска. Монтажа. Где режим демонтажа, извините? А, вот. Да, нет. Тут очень плавающая такая мышка, замедленная. И громкий звук, кстати. Так, я могу это уже снять? Я бы хотел. Могу. Я бы мог даже колесо не снимать. Но на другой стороне попробую. Так. Рулевая тяга. Тяга передняя. Что еще? Вот этот пресловутый звук. Не могу. А что-то еще ржавое. Что здесь еще хреновое? Так, ладно, пошли туда. Я же могу без снятия колеса это все демонтировать. И должен мочь. Нет, колесо надо снимать. Немножко неожиданно, ну ладно. Видите, колесо мешает яичным ключом крутить, что такое. А диски у вас паршивенькие, ребята. Так. Но мы их менять не будем, ибо нам не заказывали. Только эта ржавая фигня еще стоит. Это стойка стабилизатора, да. Ее тоже надо. Пенительная тяга. Сняли. И кто? Нижняя подвеска. Нет, это не надо. И это мы тоже сняли. Все. Так. У нас рулевой наконечник, рулевая тяга, соединительная тяга. Это все по два. И запчатая рейка. Одна. Так, соединительная тяга тип А. Пошли заказывать. Главный магазин. Подвеска. Подвеска. А это, по-моему, чья-то рейка. Да. Одна. Дальше. Приводные валы не то. Рулевая тяга, по-моему, они, да? Тут типа нет. И рулевой наконечник вот там я вижу. И эти два. Чинить я вроде пока не могу все это. У меня стол не открыт.
Соединительная тяга тип А. Все прекрасно. Я же не могу чинить. Или могу? Так, там же шлифовалки какие-то валяются. Ну, вроде бы нет верстака, на котором можно чинить. Это прокачка. А у меня... А есть. Ну, прекрасно. Этот кручу быстрее. Ладно. Я теперь кручу быстрее. А все-таки, у меня нет стола, где я могу чинить эти вещи. Похоже, нет. Ладно. Ладно. Так. Собираем. Как мне на подвеску переключиться? Подвеска. Или я все забыл. Или одно из двух. Так. Не хочу продать. Хочу, блин, поставить. Что за черт? Вот. Не бреечку-то. Да 8. Заюзать. Нет, никак. Режим монтажа. Квент там по всей рыжей морде. Подвеска. Сборка. Вот. Режим монтажа. Погнали. А что такое тогда режим монтажа? Так. И наша... рулевая рейка. Вот она. И рулевой наконечник теперь. И покрышечку. Раз. Вредно делать пробки, когда, ну, долго не играть. Забываешь, сыночек. Так, теперь с этой стороны то же самое проделываем. Ставим, прикручиваем, и еще одну вот там надо ставить. Как я ловко между этими деталями попал, да? Так, и так, а колесо еще, и колесо. Все. Машина, иди вниз. Мочка. Все за меня. Завершить. Так. А где она пишет про эти очки, которые вот я могу использовать на что-нибудь хорошее? А, есть. Так. Быстрее установки деталей. Быстрее крутить болты. Быстрее бегать. Скидки в магазинах. Давайте скидки в магазинах. Так, 0 из 2. Вот хорошая штука. Увеличивает гараж.
добавляет ремонт стол и диагностическую дорожку. Но у меня пока это рано. Так, а тут? Ну. 4 звонка у меня. Ну, пойдем посмотрим. А, надо еще детали продать. А, да. Продать все. Окей, телефон сюда. Итак, тормозная система нуждается в ремонте. Вы задолбали. Тормозная система нуждается в ремонте. Следует заменить фильтр. Убежал. Молодец. Тормозная, фильтры. И избранным. Меня называют... А, я властелин руля в играх. Я куплю настоящую тачку. И покажу всем маловерам. Понятно. Сделал что-то с дисками. И все? Так, прекрасно. А я могу еще заказы взять, чтобы они тут стояли поблизости? Тормозная в ремонте. Замени фильтры. Ага, понятно. Мне нужна парковка. Ну что ж, давай сделаем что-то с этими дисками. Что пишут? А, детали не найдены. И вроде что-то с двигателем. Понятно. Мы сейчас пойдем. Мы сейчас. Стоянка. Так, подъемник, вход, блокировочная, тестовый подъемник. А как я его отправлял, вернее, с ним ездил на трассу? Искать на путь. Да? Да. Вот это и хотим. Да, вот оно, все. Не быстро. Грузится. Собственно, из тестов мне пока только вот это достаточно. Ну, да. Доступно. Достаточно. Главное его не побить. Это, кстати, он тут бьется. Эта штука на самом деле такая формальная. Как здесь не едь, можно медленно ехать. Она все равно затестит. Вот дальше та. А вот. Вот оно. Не оно. Она меня нелегко унесла. Есть питание подвески. Это что, справа? Что-то угораздило. Ну, испытал подвеску, да. Так, это стол. Я сейчас на питание подвески заеду с другой стороны, как чувствую. Да блин, где у вас испытание подвески? А, вон светится что-то. А где оно светится? Вот, все. Пошел. Вот это испытание подвеску. А, мне в другую сторону надо было. Ну, я подвеску классно испытал. Если это ее не убило, то ее уже ничего не убило. Гравис под колесо вообще. Ну вот, затестили.
пищат телефоны, у меня звонки там все обрывают. Но в целом все неплохо. 70% это нормально. Машина. Я не знаю, что с тобой не так. Айда. Ржавый такая. Так. Давай выше дернем. Мне кажется, тут дело в дисках вот в этих. И я зря его гонял по стенду на подвес. Ой, а может и в этих. А ржавое это какое все, кошмар. Желтенький. Ступица. Желтенькая. Слушай, все хорошо у него. У него действительно, видимо, дело в... Нет, ну это... Вряд ли. Давайте еще тормоза проверим. Желтенький. Все хорошо. Ну-ка, диск. Ха. Можно проверить после демонтажа. Ну, я так понимаю, у него диски эти. Тормозные. Ой, не тормозные. Колесные. Давайте посмотрим. Станет 47%. Не хочу я продать. Да, ну я думаю, у него с колесами проблемы, поэтому сейчас все это поснимаем и поставим снова. Разберем и посмотрим. Но они очень ржавые, страшные. Давайте еще тут поищем. Тормозной диск, что у тебя? Вот он желтый. А, 70%, да, нормально. Все. Виноваты колеса, я решил. У него резина паршивая, смотри. Не, не подвеска. Сейчас мы опять там шиномонтажом, походу, будем заниматься. Так. Почему нельзя двигаться в том режиме, как разборки? Он прям цепляется к этому колесу и все. Так, подвеска, разбираем. Ну, пока интересно, задания нет, все такие простенькие. Либо пишут, что сделать. Так. Где наш шиномонтаж? Погнали. О, все, понятно. Да. Ну, собственно, сразу сказал про диски. Это я так решил. Ну, раз неизвестно. Типа, мы же профессионалы, мы же механики. Ну вот мы и механики. И впустую по треку прокатились. Ну, в этот раз я уже не буду по два раза там шиномонтажить, кстати, что такое. А то вроде не активно, да? Ты же станок неактивный? Да, это я наш. Прокачка наша. Так, ну что ж. Шины 70%, поэтому я только диски возьму. Магазин с дисками. А какие у нас диски? Мне вроде говорили, что это не очень важно, какие диски. В принципе, они все подходят. Ну, давайте я посмотрю. Садка диска 0. А, диск классик 0,6, 17 дюймов. Так. Диск классик. Да, диск классик 0,6. 0,6.
Осадка 0. Размер 17. Блин. Покороешься. 17. Осадка 0. Что такое осадка 0? 17. Раз, два, три, четыре. А, куда 5? Запасной я им не дам. Так, пошли еще на монтаж. Кстати. А, я не все нашел, кстати. Еще 5 деталей не найдено. А, двигатель стучит. Двигатель я потом полезу. Так. Серия уже довольно длинная. Может, в этом только шины. А остальное уже в следующем. Да, хочу. Забираем. Следующий. А, разобрать нет. Разобрать не хочу, спасибо. Да, на диск. Да, покрышку. Но когда можно будет свою машину собирать, ох, я к ней сделаю. Если, конечно, можно что угодно ставить, куда угодно. Так, собираем. И последнюю. Да? Четвертый же, да, четвертый. Погнали. И забрали. Так, теперь что намонтажить? Погнали. Главное опять 4 раза одно и то же. Запустить. Жалко, что не сделали. Но с другой стороны, было бы долго. Ну, нормально, что намонтаж. По экранчику там выбирать, как балансировать. Какое место грузик приколачивать. Но это была бы мини-игра в игре, скорее всего. Было бы уже так сложно. Забираем. Ставим. Это можно балансировать. На эти грабли можно наступали. Сейчас посмотрим, если с двигателем быстро будет, тогда в этой серии закончится нет. Тогда следующий, потому что он немножко простудился, горло уже болит. 4 звонка у нас висит, но мы в очередь не можем разобрать. У нас стоянка маленькая. Ну, вроде не промахиваемся, вроде каждый раз новые балансеры. Там третий уровень близко, мы можем уже тогда гараж расширить. Но гараж тут расширяется, по-моему, так, фиксирован. То есть. Вот предусмотрено, что там еще один подъемник, значит, там будет один подъемник. Без вариантов выбора, что я там хочу покрасочную камеру, допустим. Вилл мастер. Вагон вилл, это вы видите. Это где-то, по-моему, в газете какое-то видео, картинка такая. Лежат дохлые индейцы, у них там виллы воткнуты там во всех. И ковбой такой стоит на фургоне с виллами в руках. Вагон вилл, это видите. Так. Собираем. Да, скорость закрутки тоже надо выставить. Или я ее уже взял. Не, я только крутить смогу. Бегать нет. А
А там телефон названивает. Я не могу. А я занят. О, я до того дотянусь, наверное. Или нет? Да, дотянусь. Нет, так немножко с этой стороны колесо засунули, но это не страшно. О, надо становиться вот так перед мордой и перед кормой машины. Тогда за раз можно два колеса окучивать. Так, с этим есть. Молим пока. На машину надо. Вот. И у нас 5 деталей еще неизвестных. Капот, открывайся. Так, движок. Что с тобой фигово? Так, давай смотреть. Ага, понятно. Это чего блок слинка? Вот что я так могу им проверить, да? Только так вот, что максимально грязное. Пять деталей. Двигатель странно стучит. Транспредвал, может быть, клапана. Так, ладно, полчаса. Давайте тогда с мотором будет в следующей серии, потому что я чувствую, я тут весь закопаюсь. А на этом всего хорошего. До новых встреч.